Если вы решили с ребенком отдохнуть за границей, советуем выбрать Южную Корею. Удивительная, красивая, комфортная страна, где к детям относятся с особым вниманием и заботой. В Сеуле множество различных развлекательных комплексов и парков для детей. Эверленд – крупнейший в Южной Корее, один из самых посещаемых парков мира. Эверленд – это более 40 увлекательных аттракционов, аквапарк и небольшой зоопарк с тиграми, белыми медведями, пингвинами и другими животными. В течение дня в парке проходят увлекательные шоу, веселые карнавалы и парады. Другой парк – Лот Уорд – целый мир развлечений для всей семьи. Во внутренней крытой части парка можно покататься на аттракционах, купить сувениры и сладости, посетить ледовый каток. Для особо любознательных – этнографический музей истории и культуры Кореи, где в миниатюре воспроизведена традиционная корейская деревня. Под открытым небом рядом находится красивый замок и высотные аттракционы. Стоит прокатиться, захватывает дух, эмоции через край. Чтобы ребенок отдохнул от карусели и с пользой провел каникулы, обязательно посетите тематический центр «Кидзания». Раз, два. Наставник обучает искусству лепки традиционного корейского рисового хлеба. Тесто не печется, а заваривается. Потом отбивается деревянным молотком. Я люблю радужный хлеб. Он цветной и вкусный. Рисовый хлеб собственного приготовления дети забирают с собой. В Кидзании все по-взрослому, но для детей. Здесь они получают уникальную возможность побывать в мире взрослых, в реальном городе, где они самостоятельно принимают решения. Здесь все как в жизни. Банк, магазины, рестораны, больницы и даже свой транспорт. В Кидзании можно попробовать около 90 профессий и решить, что больше всего подходит по душе. Пожарная машина мчится на место происшествия. Малышам страшновато приближаться к горящему зданию, но как только понимают, что дом горит не по-настоящему, с удовольствием поливают пламя из бронспойтов. А вот по дороге несется скорая помощь. Заглядываем внутрь. Действительно, бригада врачей торопится на вызов. Отряд полиции патрулирует улицы Кидзания. Умудренная жизнью гадалка передает свой спиритический опыт. Продвинутый телевизиончик и учит держаться перед камерой. Здесь дети реально ощущают себя частью общества. Множество компаний стали партнерами центра. Вход в Кидзанию стилизован под международный аэропорт. Покупка билетов на стойках регистрации компании Korean Air. На реальном борту самолета детям выдают униформу, и они могут попробовать себя в роли пилота и стюардесса. Кстати, советуем вам лететь в Корею компании Korean Air. Выгодно и приятно. Детям до 2 лет, которые путешествуют без места, скидка на билет 90%, на 12 лет – 25%. Детскую коляску вы можете провести дополнительно к багажу бесплатно. В самолете малюткам предоставляется люлька, молочная смесь и сок. Детишкам от года можно заранее заказать детское меню, а от 2 до 12 лет – специальное меню 4. Видов. В спинках кресел расположены персональные экраны. Для детей предусмотрена программа развлечений, игры, мультики, фильмы на русском языке. Также вы можете попросить у стюардессы рюкзачок с игрушками и карандашами. Korean Air предоставляет услугу «Дети без сопровождения». До 12 лет дети могут участвовать в программе накопления миль SkyPass Junior. И еще интересный момент. Посадочный талон на самолеты Korean Air дает право на скидки во многих парках, комплексах и кафе. Например, в популярном парке Tiger World скидка на билет до 35%. Приятно! Благодарим за помощь в организации съемок представительства Национальной организации туризма Кореи.